вот у меня такой вот светиль появился. Это USP-4, точнее, простите, 2 на 40. Конечно, он, ну, чуть-чуть, он... я его немножко подготовил. Сейчас покажу. Все, крышку снял, лампы, свет SL20 сегодня у нас. И особенность этого, этой модели, то, что она не имеет, она имеет окошко для смены стартеров, чего в старых моделях не было. Дросселя. Оба. 1E40A017 89 года выпуска по мехоподавлению. То есть А1Е40 это УБЕ. Светиль, кстати, а вы думаете, а если УБЕ, то где конденсатор? А вот и вот особенность этих, то что его нет. В старых моделях тут было вырезаны, тут были вырезаны окошки, так как ватровские кирпичи были довольно громоздкие. Это чуть под оптимизированный вариант. Также включаем. О. Он тихий. Ну, перед подготовкой, кстати, одна лампа зашнуровалась. Да, ну, кое-какие лампы были, но... Также скоро ждите рекуперацию. Так что... Не буду это вставлять. Покажу, как он будет выглядеть с крышечкой. Вот так он выглядит. Конечно... Да, немножко. Вот так он выглядит. Всем пока.